10 февраля 2019 год, Харьков, 11:00 по Киеву. Верит в Украину Юлия Тимошенко, и там у нас еще Евгений Мураев. Февраля 2019 год, Харьков. Ты посмотри, неделю назад здесь висел другой плакат Юлии Тимошенко. Меняют как перчатки. Учитывая, что это больше раздражает, чем толку приносит, меня, по крайней мере, как избирателя. Совершенно непонятно, зачем это делается. Деньги. Это человек, который говорил о том, что не надо тратить деньги на билборды, лучше их на помощь потратить.